Новая игра. Если мне понравится, я ее куплю, пацаны. Проб это, ну, предмет, да, в Майнкрафте или как? Ну, проб хант, вы знаете. And ганджа. Проб and ганджа у меня будет называться. Проб and ганджа. Так. Ну, я, наверное, ведущий. Надо что-то среднее взять. Осуждаю, блядь. Алло. Да, алло, я слушаю. Дэвид, добрый день. Вам звонок. Сейчас соединю. Эй, дружище, это Дэйв. Я знаю, ты тут, чтобы навести порядок, но я тут немного застрял, так что... пускать новости в эфир будешь ты. Ты, главное, не волнуйся. Это несложно, я все объясню. Так. Сначала расскажу тебе о студии вещания. Если оглядишься, то увидишь экраны. Так, погляди выше. Эта полоса показывает количество зрителей. Ага. Нужно, чтобы оно увеличивалось, а не уменьшалось. Ага, ага, ага. Под ней находятся экраны. То, что справа, это экран вещания. Он показывает, что видят зрители дома. Он на пару секунд отстает от главного экрана, который посередине. За него отвечаешь ты. А слева находятся 4 небольших экрана. Они показывают планы из студии. И ты можешь переключаться между ними с помощью кнопок с цифрами на микшере. Угу. Не волнуйся, дружище, я все объясню, и ты живо освоишься. А там будет этот? Посмотри налево. Пиздуйте нахуй отсюда! Эти переключатели отвечают за все в студии. Я оставил все как было. Так что все должно работать. Нужно только главный переключатель дернуть, и мы в шоколаде. Как только дашь питание, вернись к экранам. Как видишь, на экране вещания идут финальные титры шоу. Они, по счастью, тянутся целую вечность, так что у нас куча времени, чтобы... Да, блин. Так, они закончились, значит, сейчас начнется эфир. Давай, живее, загляни под стол. Так, видишь, слева лежат кассеты... Подожди, обучение, блядь! Тебя ебать надо, я прослушал нахуй обучение из-за тебя, блядь! Ебать тебя надо, блядь! Что он сказал, блядь, теперь? Донати, говори, что он сказал! Блядь, ебать тебе надо. Что мне вставить? Какую мне вставить? Этот эпизод об истории гольфов и об их важности при отключениях электричества в 1871 году. В 21.00... Расслабьтесь за просмотром потрясающего фильма «Свобода быть Колином». А сразу после, в 11.15... Креветочный. Так, живо, выбирай первый экран. Думала, хоть так рейтинг поднимем. Каждый день. Ты суешь мне креветки каждый день. Внимание, 10 секунд. Я так забочусь. Пытаясь меня убить. И все не выходит. И 5, 4. А сейчас вечерние новости. Добрый вечер, с вами Джереми Дональдс. Главные темы дня. Ладно, все отлично. Теперь надо включить заставку на втором экране. Наверху будет отсчет, но я тоже буду считать. Расслабься, дружище, все ништяк. А как включить заставку? Как включить заставку? Поклонники повсеместно ликуют. Футболист Джонни Хэмсли получил титул «Спортсмен года». Как заставку, алло? Меган и ее гость кинозвезда Лоуренс Фландер Клэш обсудят его фильм о таблетках. И, конечно, прямой эфир из штаб-квартиры «Прогресса», где лидеры партии скажут несколько слов о своей невероятной победе. Так, вторая кнопка на счет. 3, 2, 1. Отлично! Затем переключайся на Джереми кнопкой 1. Как только этот глобус посередине уменьшится и исчезнет. Чат по центре, стойте. Но он просто на игру залазит, прям на геймплей. Вообще полностью убрать? Давай я полностью сейчас. Когда он уменьшится? Когда он уменьшится? Ля, долбоеба мажет. Так, готовься включить первый экран. Давай. Отлично. По итогам выборов побеждает партия «Прогресс». Нынче часто бывает... Не послышалось. Бывают помехи, приятель. Так что поглядывай за показателями справа внизу. Вон тем мигающим ползунком или колесиком мышки двигай волну выше или ниже, чтобы зеленая оставалась на белом. Однако критик
обвиняют партию в отсутствии реальной программы и слишком туманной. Нахуя? Все партии оппозиции признали свое поражение, но пока не делали никаких публичных заявлений. Однако, бывший глава МВД... Все идет как по маслу. Осталось включить рекламу в конце блока. Постарайся не включать слишком рано, а то нас уволят. Часы наверху показывают, сколько осталось времени. Когда увидишь ноль, нажимай одну из трех кнопок рекламы внизу справа. Я обычно сначала врубаю первую, ну и так далее. Но вообще можно включить любую. Я буду считать вслух, ну и ты на часы поглядывай. С выступлением лидеров и три, две, одна, нажимай. Шерми, тебе надо будет поболтать после рекламы. Что? Зачем? Долбоснач опаздывает. А может спросить у него про выборы? Я бы не стал, а то он запутается в сложных словах. Мы же так же делаем с тобой. Я думала, это наш секрет. Забей, он вообще не запоминает. Меня... Блять, может все-таки ее тогда купить? Но мне интересно. Я не, ну, типа, я не шарю, интересно ли вам. Но, типа, я так полагаю, по сюжету я буду знать, что происходит за кулисами телевизора. Как это происходит. Очень напрягает, что вы обе спелись. Ты душка. Класс, вот и первая рекламная пауза. У тебя отлично получается. Ну а сейчас будет чуть сложнее. Сейчас будет блок, в котором гостей будут снимать несколько камер. Так что нужно будет менять планы. Можешь делать так, как тебе нравится, но есть три золотых правила. Первое. Старайся показывать того, кто говорит. Второе. Не оставляй один и тот же план дольше, чем на 10 секунд. Если ты показываешь говорящего, переключись на чью-нибудь реакцию крупным планом. Таким образом, все будет выглядеть интереснее. И третье, старайся не задерживаться на крупных планах. Нескольких секунд достаточно. Зрители же хотят видеть того, кто говорит, понимаешь? Следуй этим правилам, и все будет отлично. Это не так сложно, как кажется. Ты же иногда смотришь передачи по телеку, да? Вот и делай как в них. Можешь выбрать первый экран. Не обязательно ждать начала эфира. Лучше нажать заранее. Тишина в студии. Спасибо вам, что... 10 секунд. Постройнейте, как Джонни Хэмслипс. И 5, 4, 3. И снова с вами вечерние новости. Позже мы свяжемся с победителями выборов прогресса. Но сначала... Готовься к плану с Меган. Четвертый экран. Пообщается в студии со звездой театра и кино. Меган? Спасибо, Джереми. Меган Вулф, вестник культуры. И у нас в гостях актер, снявшийся везде, от Шекспира... Включай на Бландер Клетча. Третий экран. Когда его назовут? Несравненный Лоуренс Бландер Клетч. Спасибо, что пришли. Моя дорогая, мало что могло порадовать меня так, как появление здесь сегодня. Давай на второй. Общий план. Уже. А мы польщены, что вы согласились прийти. Куда он ушел? В кадре будет тот, кто говорит. Съемки вашего нового фильма. На таблетках. На таблетках, да. Ну и как это было? Как я сказал Питеру в конце съемок. Питер Дженсен, режиссер. Покажи реакцию Меган. Отлично. Обратно к долбоснечу. Мы работали над несколькими фильмами, крайне успешно. И я сказал Питеру, какое безумное приключение! Какое безумное. И знаете что, Мэри? Так и было. Вау, просто фантастика. И можно ли сказать, что персонаж, которого вы играете, связан с наукой? Абсолютно так, ученый. И сложно ли было вжиться в роль? На что вы намекаете? Ха, вообще-то да, вы правы. Этот персонаж – полная противоположность моей предыдущей роли. Это был сержант Брок Рокман в «Человеке-пуле». Фильм был основан на реальной истории о солдате, который... Блять, я это зря показал, да? В свободе, разумеется. Кажется, сборы уже превысили миллиард долларов. Да кто это считает? Этот фильм принес вам две награды за лучшую роль. Вот это было хуёво. Если мне не изменяет память. А, спасибо, что отметили это, но я снимаюсь не ради наград. Хотя, все три статуэтки занимают почетное место на моем камине. Как и остальные, не сомневаюсь. Что ж, если вы в кино не ради наград, то тогда ради чего? О, это прекрасный вопрос, Мэг. И не самый простой. Как и вы. Я боюсь. Порежьте меня, и пойдет кровь. Будет больно. Будет ведь? Да? Да ведь? Раны. Жертвы.
Страдания ради зрителей. В конце концов, я занимаюсь этим ради человека. Ради человека, что вдохновляется мной. Маленького человека. Но особенно ради того, чтобы внести свой вклад и сделать мир лучше. Что ж, думаю, после этого дня нас и вправду ждут в будущем серьезные перемены. А что вы думаете о результатах этих выборов? Что ж, вот это другое дело. Исторический момент, исторический, иначе. Так, сложно сказать сразу, сложно. Долговато с этим планом. Я всегда свято верю, что те, кто занимаются политикой, должны ставить себе цель, не проебать все. Вот говно, он выругался. Не волнуйся, он больше не будет. Что опять? Без паники. Я позже объясню, как работать с ругательствами. Который выйдет в прокат на следующий... Так, на первом экране уже не Джереми, а эпизод из фильма. Его нужно будет запустить, как закончится отчет. Но по Меган будет понятно, когда начинать. Какой фильм? Должен принять решение, от которого зависит выживание всего человечества. Волнующе. Давайте посмотрим. Закончим. Ого, похоже, Бландер Клэч бесится в студии. Но нам сейчас не до этого. Орехи становятся сильнее. Будет чуток сложней. Вот этим светящимся джойстиком возле бегунка, или зажав колесико мышки, или Alt, тащи вправо за частотой, пока не попадешь на белое. Я и сам знаю это! А сейчас тяни влево, чтобы сжать частоту. Нет, Лэнс, нам нельзя. Блять, я хочу посмотреть, что у них там происходит. Блять, что у вас тут происходит? Чудненько. А сейчас поменяем амплитуду. Как и до этого. Джойстиком или зажав Alt, или колесиком мышки. Тащи выше. Да я понимаю. Ты говорила... Но я не послушал. Доктор. Я тону, Лэнс, кричала ты. Посмотрите. А теперь на... слишком. А плохо. Сейчас вниз и совмещай. Посмотрите. Что это? Посмотрите. Что это? Вирус? Стерильность? Это формула. Это формула. Да заебало, блядь! А чешуенно. Остановить все это. Нужно только спросить себя. В конце отрывка нужно будет включить еще одну рекламу. Не забудь поглядывать на таймер сверху. Так. Так. Фух. Страшно, страшно, страшно. Так, давай объясню, как заглушать всякие плохие слова. Ага. Смотри. Вот бы это в реальной жизни бы можно было бы на стриме у себя заглушать всякие... плохие слова. Экран, передающий вещание, вот этот, на 2 секунды отстает от главного экрана, вот этого. Когда кто-то скажет что-то не то, зажжется кнопка цензуры. Вот так. А 2 секунды спустя ты услышишь это слово в эфире. И нужно будет зажать эту долбаную кнопку, ну или пробел, пока это слово кто-то говорит. Все, я понял, спасибо. Да, знаю. О, спасибо за рейд, спасибо. А кто это? А как узнать? Копяо, спасибо за рейд, пацантрео. Кто это? А, Мазяка? Привет, Мазяка. Я делаю пропаганду по телевизору. Тихо. Ну вы вовремя, если что. Слушать две дорожки нелегко, но если наловчиться, то все получится. Угу. Не волнуйся. А если не понимаешь, когда нужно заглушать, над кнопкой будет видно звуковую дорожку. Ага. Все, что нужно, это зажать кнопку, пока под красной линией красный сегмент. Все, я Но понял. Но помни, если будешь следить за ней, отвлечешься от экранов. Поэтому профессионалы делают все на слух. Можно немного повысить громкость экрана вещания. Главное, чтобы он не заглушал основной. Попробуй. Чем выше бегунок, тем громче будет реклама. Угу. Отлично. К цензуре все готово. Как цензуру сказал, делаю. Нужно немного практики, и с моей помощью у тебя все получится. Угу. Помни, когда кнопка загорится, считай 1, 2 и зажимай. Что? Что ты? Включи первый экран заранее, если сигнал уже идет. Лучше не ждать начала вещания, а то будет поздно. Экраны можно менять с помощью клавиш. От первой до четвертой. Серьезно? Бывало и хуже. 5,
4, 3. Глэк. И снова здравствуйте. Мы начинаем прямой эфир из штаб-квартиры Прогресса, где лидеры партии Питер Клемент и Джулия Солсбери готовы выступить с первой речью. Включи вещание вне студии. Вот говно, он бухой. Готов запикивать. Что ж, спасибо, что пришли. И с чего же начать? Ну, идея. Никто не верил в нашу идею. Абсолютно никто. Они пустили в ход против нас все свои вонючие, мудацкие, лживые уловки. Высший класс. Не обманешь таким говном. А простите за грубое выражение. Извините, после двух побед. Пинт я стал жестче бабки. Помни, о правиле 10 секунд. Хорошо. Да я понимаю, блядь! Яблочко. Но кто будет винить Питера за то, что он празднует? Во время предвыборной гонки мы говорили, что прогресс не политическая партия. Нет. Партии нужны тогда, когда все хорошо. Когда в стране все плохо, нужна не партия. Нужна команда. Команда, которая изменит все. И сегодня первый день нового будущего. Светлого, справедливого. Так что праздновать нужно всем. За исключением богачей. На их улице праздник кончился. Пусть надевают свои обоссанные штаны и сдувают пыль с чековых книжек. Как говорится, экспрессивно, но очень точно. Прежде чем выступить перед вами, мы использовали полномочия и приняли закон о капитале и собственности. Работая с налоговой, мы подготовили список всех граждан, чье состояние составляет миллион. Вы знаете. Ну, или вы или не знаете. Потому что таким, как мы, не место в их элитных поселках. Уже завтра мы представим обширную реформу системы налогообложения. Больше не будет никаких офшоров, фондов и различной черной бухгалтерии. Только простые и понятные законы, без всяких лазеек. Так что вам, охуевшим снобам из частных школ, никуда не деться. Идеально. И с этого дня ваши загранники недействительны. Хотите их назад? Хотите смотреть, как запугивали до голосования? А давайте! Но сначала вы заплатите. Заплатите сполна. Прогресс сделает из страны полной враждующих людей одну команду. Выделит средства больницам и школам. Повысит уровень жизни всех жителей. Умники скажут, что для этого нужны миллиарды. Но вы увидите, когда мы получим наши, что это полнейший пиздёж. Вот вам чванливые мудни. Те, кто платил вам гроши за обслуживание в их частных клубах. И чьих детей воспитывали вы. В то время, как они заколачивали хуй в тучу бабла. Прогрессу есть, что им сказать. Сегодня этому конец. Мы заберем все ваши спорткары, особняки и виноградники. Сегодня этому конец. Сегодня мы вернем богатство конец. Страны туда, где они должны быть. Туда. В руки где тех, кто их заработал. Сегодня этому конец. Да, сегодня этому конец. А уже завтра конец. Жизнь в стране станет справедливой, как мы вам и обещали. Ну а пока, дамы и господа, можно и наебениться. Ну тут не поспоришь, а? Благодарим за внимание. Пошли. Что ж. Содержательное обращение от лидеров прогресса. Приносим свои извинения за непристойность. Надеюсь, мы заглушили их вовремя. Да. Если нет, кого-то сегодня уволят. Пиздуйте нахуй отсюда! Итак, пока страна вступает в новую жизнь, у нас на этом все. С вами были вечерние новости. Мы вернемся завтра и расскажем о первом дне прогресса у власти. Я Джереми Дональдсон. Хорошего вам вечера.
Вижу, у тебя все получается. Спасибо тебе за помощь, но я уже пошел. Паром отчаливает. Назад меня не жди. Работа отныне твоя. Удачи! Политика, да? У меня что, лихорадочный бред? Я сейчас умираю. Ага, размечтался. Увидимся завтра. Ты в бар не пойдешь? У меня свидание. Повезло. Не нарвись на маньяка. Скидки тотальные, цены нереальные. Ждете гостей на Рождество, там будет ваша тетя. Она точно испачкает. Фух. Не, блядь, очень интересно. Вот прям пиздец, какая интересная игра. И вот реально я себя чувствую. Ну, я предполагаю, что так это в реальной жизни примерно и происходит. Но кроме, блядь, бухающего чела, потому что это очевидно, что его бы просто не пустили. Нихуя себе, очень интересная, крутая игра. Я себя прям реально чувствую там за кулисами, бля. Вот это вот все дела там, бля. Но иногда я туплю, но порой я еще прям кадры расставляю с точки зрения вот именно ютубера или стримера. Вот, ну, я обычно шарил, я еще снимал дурацкую науку шоу, и я там тоже вот это вот прошарил, то, что у меня было несколько камер, и я вот их переключал кайфово. Да, реально, симулятор Лаврика на подкастах. Это вот серьезно так. Ну, только матюки не запикивает. Я даже не знал то, что вот так вот матюки. Я еще думал, а как это реально в прямом эфире иногда запикивают матюки? Оказывается, видимо, вот так. Но вот эта вот часть мне не понравилась только. А так вообще реально хайпово. Подожди, что такое Black D, Block C? Оценка эфира B. Но я думал, то, что я получше справился. Это архив. Здесь можно поглядеть, что ты сделал и как это видели зрители. Есть три секции. Эфиры, снятое и реклама. Давай начнем с эфиров. Жми на них. Вот. Слева находятся все твои эфиры. Ага. Нажми на любой, а потом нажми «Загрузить запись». Затем нажимай на кнопки перемотки внизу, эфир, чтобы найти нужное тебе место. Но сначала телепрограмма канала «Первый» на сегодня. В 19.00... Вас ждет битва цитат. Команда физиков сразится с четырьмя пожилыми женщинами из Гринчинга. В 20.00 мы покажем новую серию документального фильма «Мир сегодня». Этот эпизод об истории гольфов и об их важности при отключениях электричества в 1871 году. В 21.00 расслабьтесь за просмотром потрясающего фильма «Свобода быть Колином». А сразу после, в 11.15, программа «Резцы», где доктор Эдриан Аткинсон Блэйми устроит жаркий допрос своим гостям. Сегодня я не понимаю, что я должен найти здесь? Что я должен обнаружить? Вечерние новости с Джереми Дональд. Добрый вечер, с вами Джереми Дональдс, И теперь я могу пересмотреть, что я наделал, типа. Главные темы дня. Только вперед. Победа на выборах, которую никто не ожидал. Благие намерения. Разгорается. Капяу, блять, очень круто. Вроде как-то такая очевидная игра, но так круто. Скандал вокруг мегакорпорации Remington Swift. Включи независимую компанию Энди. Рынок вклада под угрозой. Славный мавр. Поклонники по себе полегуют. Я хочу досмотреть вот именно до того момента, где вот полная хуйня началась. О своей невероятной победе. Не пропустите сегодня в наших вечерних новостях. Ага. Так, заставочку. Я нормально ее там сделал. Ща. Вовремя я переключился. Итак, идеально, блять, вообще идеально. Выборов побеждает партия Прогресс. Ошеломительный результат. Мало новости культуры. Меган Вулф пообщается в студии со звездой театра и кино. Меган? Спасибо. Тут я слишком хорошо переключился, знаете, когда вот это по телевизору бывает. Передаю вам слово. Да, здравствуйте, всем привет. Надо было вот так вот. Спасибо, Джереми. Меган Вулф, вестник культуры. И у нас в гостях актер, снявшийся везде, от Шекспира до мегароботов. Встречайте собственной персоной несравненный Лоуренс Бландерклэтч. Блять, я идеально переключил, сука. Хоть сейчас идти устраиваться на работу на Россию один, делать качественный контент. Спасибо, что пришли. Но там и без меня делается очень качественный контент. И... Моя дорогая, мало что могло порадовать. Ох, я тут на главный план. Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой.
Как же переключил топово. Сегодня, поверьте, я крайне польщен. А мы польщены, что вы согласились прийти. Ну что? Итак, недавно завершили съемки вашего нового фильма. На таблетках. На таблетках. Вот здесь, вот тут надо было на его лицо. Ну и как это было? Ай-яй-яй, вот надо было, когда он сказал это. Так я сказал Питеру в конце съемок. Ой, вот тут вот. Питер Дженсен, режиссер, знаете, он чудесный человек, правда. Я тут на нее переключился, типа, она хотела что-то сказать, но... Работали над несколькими фильмами, крайне успешными. И я сказал Питеру, какое безумное приключение. Да, вот это я просто... Не, ну бля, ну это так же и работает. Это ж получается так и работает. Несколькими фильмами, крайне успешными. И я сказал Питеру, какое безумное приключение. Охуенно! И знаете что, Меган? Так и было. Вау, просто фантастика. И можно ли сказать, что персонаж, которого вы играете, связан с наукой? Абсолютно так. Ученый. И сложно ли было вжиться в роль? Ну тут поздновато, видимо, я на нее. Тут, может быть, даже общий план надо было бы взять. На что вы намекаете? Но это я уже постфактум. Ха, вообще-то да, вы правы. Вот тут я идеально, блядь. И тут я как бы и его действия, и ее улыбку. Блядь, какой я гений, нахуй. Этот персонаж полная противоположность моей предыдущей роли. Это был сержант Бр... Ой-ой-ой, вот на фразе «это был», я на него пере... Блядь! Блядь! Рок Рокман в «Человеке-пуле». Фильм был основан на реальной истории. О солдате, который был готов на все. Да вот тут зря. Мне кажется, тут зря, потому что она... Мне кажется, по ее эмоциям тут понятно, что за хуйню он несет, и я тут на нее включил. Вы зацените. Рокман в «Человеке-пуле». Фильм... Чё за хуйня, блядь? Вот сейчас. Был основан на реальной истории. А солдаты... Чё за хуйня, блядь? Зря, зря, блядь! Вот тут зря, тут я кринжа так подвалил в эфир. Любви к свободе, разумеется. Кажется, сборы уже превысили $1 миллиард. Но кто это считает? Этот фильм принёс вам 2 награды за лучшую роль, если мне не изменяет память. А, спасибо. Спасибо, что отметили это, но я снимаюсь... Вот тут нормально. Он как бы и говорит, и я ее улыбку, да. Не ради наград, хотя... Все 300... Вот тут она охуела. Я просто перевел, а то, что у нее такой охуевший вид был, вот смотрите. Я снимаюсь не ради наград, хотя... Все 300... А, нет, она охуела от того, что он хуйню несет. Ей похуй. Ей такое чувство, что ей похуй еще. Туэтки занимают почетное место на моем камине. Как и остальные, не сомневаюсь. Что ж, если вы в кино не ради наград, то тогда ради чего? Идеально, вот тут и прям... О, это прекрасно. Вот тут, ну ладно, я тут запоздал. Надо было чуть-чуть раньше его включить. Вопрос, Меган, и не самый простой. Как и вы. Вот тут надо крупный. Я боюсь. Порежьте меня. Я взял крупный. Я... И пойдет кровь. Будет больно. Будет ведь. Да? Да ведь? Раны. Тут я, тут она вот так вот, типа, да, come inside, вот, и я ее... Жертвы. Страдания ради зрения. Блядь, как же охуенно я сделал, блядь. В конце концов, я занимаюсь этим ради человека. Ради человека, что вдохновляется мной. Маленького человека. Но особенно... Тут я, ну, ее понимаю. Для того, чтобы внести свой вклад. Тут я хорошо, хорошо прям, блядь. И сделать мир. Но мало крупников. Мне кажется, крупные планы я... Ой, точнее, общие планы я беру мало. Лучше. Я концентрируюсь на личности, понимаете? Что ж, думаю, после этого дня нас и вправду ждут в будущем серьезные перемены. А что вы думаете о результатах этих выборов? А, что ж, вот это другое дело. Исторический момент, исторический, не иначе. Так, сложно сказать сразу, сложно. Что ж, я всегда свято верю, что те, кто занимаются политикой... Не зря, я думаете? Ну, блядь, я должен был ее реакцию как бы вставить, но у нее тупая реакция, она такая... Да, давай, блядь, да. Расскажи мне, блядь. Должны ставить себе цель, не проебать все.
О, тут я запикал, но надо было получше, но я запикал, видимо. А, да, и так... Извините, запрыгать. Нет. Я еще раз запикал, да я гений, блядь. Лоуренс, у нас есть отрывок из фильма «На таблетках», который выйдет в прокат на следующей неделе. Расскажите немного о сюжете. С удовольствием. Вот тут должен был его включить. Хотя не-не-не, у нее такая улыбка. Хорошо то, что я ее оставил. Не переломный момент, где мой персонаж, доктор Лэнс Хэмлок, должен принять решение, от которого зависит выживание всего человечества. Вау, волнующе. Вот тут хорошо то, что общий план, потому что он вот так сидит, а она удивляется. Тут, блядь, уф, блядь, что я сделал, бля? Это конфетка, в смысле Б-оценка. Какая нахуй Б-оценка? Тут А с плюсом, блядь. Давайте посмотрим. Давай. Закончи. Что это было? Человечество. Вау. Волнующе. Давайте посмотрим. Закончи. Я не понимаю. Доктор. Я не понимаю. Нет, ну рекламу можно скипать, но все равно что-то смешно. Я видел видео так, ну другие видео так. Ладно, давайте. Ой! Смотрите. А, это реклама. Это реклама. Мы скипаем рекламу полностью. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да заткнись уже, блядь! О. Мы начинаем прямой эфир. Подождите, тут я склеил, хорошо или нет? Сейчас. И снова здравствуй. Блядь, хуёво склеил. Глобус должен был отлететь, блядь. Мы начинаем прямой эфир из штаб-квартиры Прогресса, где лидеры партии Питер Клемент и Джулия Солсбери готовы выступить с первой речью. Это я специально сделал. Еще раз. Посмотрите, посмотрите. Выступить с первой речью. И я начну. Не стесняйся. Хорошо. Что ж, спасибо, что... Я тут думал то, что на нее постоянно... Я думал, что когда он будет пиво из кадра убирать, только тогда я могу его показывать. Но у него всегда было пиво. Пришли, и с чего же начать? Ну и день. Никто не верил в наш успех. Абсолютно никто. Они пустили в ход против нас все свои вонючие... Живые у... Хорош, вот прям вообще слова не было слышно. Хотя я за то, что, наверное, что слово должно быть... Как бы чуть-чуть слышно. Ну, чтобы было понятно, что... Ловки, но вас, общество, не обманешь таким... А простите за грубое выражение. Извините, после двух победных пинт я стал... жестче бабки... Хорошо сказано. Вот тут я слишком долго его зря показывал. Тут надо было. Но я успевал только запикивать в этот момент. Но кто будет винить Питера за то, что... Я выключил, я думаю, ну, блядь, как я по телеку могу показать, как он хряпает прямо сейчас? И он такой подносит, и я такой, а, блядь, выключить, бля. Во время предвыборной гонки мы говорили, что Прогресс не политическая партия. Нет. Партии нужны тогда, когда все хорошо. Ну тут я хорошо когда... его показал. Хоть он и молчал, у него гордость какая-то была в лице написана, так что я тут прям отлично. В стране все плохо, нужна не партия. Нужна команда. Команда, которая изменит все. И сегодня первый день нового будущего. Светлого, справедливого. Так что праздновать нужно всем. За исключением богачей. На их улице. Тут нормально переключил. Чуть-чуть можно было раньше, но вообще, в принципе, нормально. Праздник кончился.
Пусть надевают свои штаны и сдувают пыль с чековых книжек. Как говорится, экспрессивно, но очень точно. Бля, пацантре, мне что-то... У меня есть предположение, то что... мне очень интересно пересматривать, что получилось. Но, может быть, вам, как зрителям, наоборот, это скучно будет пересматривать, что получилось. Вот, ну. Сначала вы заплатите. Заплатите сполна. Прогресс сделает из страны... Поздновато, поздновато тут я на него включил, блядь. Вот тут вот, когда он пальцем в камеру показывал, но это 100% это я... Вот. Полна. Прогресс сделает из страны полной враждующих людей одну команду. Выделит средства больницам и школам. Повысит уровень жизни всех жителей. Умники скажут, что для этого нужно... Тут я хорошо. Ну, миллиарды, но вы увидите, когда мы получим наше, что это полнейший Хорош. Вот вам чванли... Кто платил вам гроши за обслуживание в их частных клубах? И чьих детей воспитывали вы? В то время, как Блядь, вот тут я не должен был, наверное, показывать, что он прямо шатается вообще, хотя все бы телезрители и так поняли, что он пинчуга. Кучу бабла. Прогрессу есть, что им сказать. Сегодня этому конец. Вот тут хуёво было. Вот тут, блядь, зачем я на неё включил? Ну, я не знал то, что он заговорил. Мы заберём все ваши спорткары, особняки и виноградники. Сегодня этому конец. Вот тут хорошо то, что я не переключил, потому что у него прям лицо такое было. И потом он ещё что-то сказал, короче, кайф. Мы вернём богатство страны туда, где они должны быть. В руки тех, кто их заработал. Сегодня этому... конец. Да. Хорош. Сегодня вот это прям хорош, конец. Когда он... Бля, а уже я гений, походу. Жизнь в стране станет справедливой, как мы вам и обещали. Ну а пока, дамы и господа... Тоже хорошее. Ну тут не поспоришь, а? Вот тут я должен был, наверное, крупный план включить. Ну по идее, потому что он на нее посмотрел, надо было ее эмоции показать. Но, блядь, он ей предложил наебениться в прямом эфире. Это я наоборот, лучше бы не показывать ее реакцию. Благодарим за внимание. Но я не уверен, типа, с точки зрения, наверное, просмотров, это было бы наоборот лучше, но... Пошли. Что ж, содержательное обращение от лидеров прогресса. Тут пораньше его надо было Приносим включить. Приносим свои извинения за непристойности. Надеюсь, мы заглушили их вовремя. Если нет, кого-то сегодня уволят. Итак, пока страна вступает в новую жизнь, у нас на этом все. С вами были вечерние новости. Мы вернемся завтра. Так, а сейчас выбирай снятое. Поглядим, что там. Так, снятое. Комната от снятого материала. Тут несложно. Есть 4 экрана, на них видео, записанные в студии, когда шло вещание. Но здесь можно заглушить любое видео и послушать то, что показывать тебе было нельзя. Давай, глянь что-нибудь. А когда надоест слушать эти тайные закулисья, жми назад. Кек. Блядь, кек. Креветочный салат. Ты же знаешь, креветок сыпь. Думала, хоть так рейтинг поднимем. Блядь, ну неужели мне каждое шоу придется сейчас... Да, подохуя пересматривать. Ну, сука, все так интересно. Фунт, я так забочусь. Пытаясь меня убить. И все не выходит. И 5, 4. Блядь, как охуенно. Добрый вечер. С вами Джереми Дональдс. Главные темы дня. Только вперед. Победа на выборах, которую никто не ожидал. Благие намерения. Разгорается скандал вокруг мегакорпорации Remington Swift, купившей независимую компанию Энди. Рынок Флорида под угрозой. Славный малый. Поклонники повсеместно ликуют. Да, Меган тоже бесится. Конечно, из-за... Сейчас, посмотрим, что они базарили. Серьезно, день выборов, а у нас Блендер Клэтч? Да, Меган тоже бесится. Конечно, из этого парня такой же политик, как из меня физик-ядерщик. Зато он красавчик. Ну да, если тебе нравятся всякие балаболы. 10 секунд! Кэг. И 5, 4, 3. Итак,
По итогам выборов побеждает партия «Прогресс». Ошеломительный результат. 81% гениально, голосов. Гениально, блядь, выбор... это лучшая игра. Досить. Не, ну это реально, блядь. Ну это прям охуеть. Порни набирала не одна партия. Своими смелыми заявлениями о переменах «Прогресс» привлек избирателей всех. Так, ну мы скипаем. Однако... То, что мы слышали и так, мы скипаем, потому что нам интересно закулисные вот эти вот игры. А, подождите, это, по-моему, все. А, не-не-не, или нет. Я сейчас интервью включил, да? Стоп. А, все, реально. Это краткая сводка. Теперь интервью хочу. Стоп. Так, а ну-ка. Подожди, что я запускаю сейчас? Как понять, что я запускаю? Ага. Это не мое. Ну скажи, что это не мои карточки. Да нет, видимо, твои. Но тут же ни о чем вообще. Они должны понимать. Ну, может, они решили что сказать? Блин, да ладно тебе. Такой день. Он же не... Полный кретин! Да плевать, Роб. Я не буду. Мы же обговорили. Только одно сраное интервью в день. И не больше. Глянь мой контракт. Привет. Привет, я Меган. Ну, пиздец. Ты полезный. Так вот почему у нее иногда были такие типа эмоции, которые я пытался скипнуть. Роб, цельнозерновой. Цельнозерновой. Убери. Возвращаемся с перерыва. Отсюда. Тишина в студии. Все, спасибо вам, что... Так, 10 секунд. И 5, 4, 3. Так. И снова с вами вечерние новости. Позже мы свяжемся с победителями выборов «Прогрессом». Но сначала новости культуры. Меган Вулф пообщается в студии со звездой театра и кино. Меган? Глянь, спасибо, глянь, нихуя, блядь, глянь, он в образ вошел сразу. Блядь, как же охуенно. А ну еще раз. И кино. Меган? Спасибо. Глянь, у нее сразу улыбка появляется, а он в образ входит. Охуеть. Меган Вулф, вестник культуры. И у нас в гостях актер, снявшийся везде, от Шекспира до мегароботов. Встречайте собственной персоной несравненный Лоуренс Бландерклэтч. Спасибо, что пришли. Моя дорогая, мало что могло порадовать меня так, как появление здесь. Поверьте, я крайне польщен. А мы польщены, что вы согласились. Итак. Недавно завершили съемки вашего нового фильма. На табле. Так, тут все, да? Не, а дальше все вроде нормально. Дальше да, иногда вот именно сказал, за эмоциями Питер, можно следить. Съемок. Питер Дженсен, режиссер, знаете. Так, а ну-ка, речь прогресса, это стопаем, речь прогресса. Ну. Тут, по-моему, сидел чел и комментировал вообще все. В конце еще было? А что там было в конце, я не помню. А, да, он реально. Он начал пить еще на обеде. Ладно, давайте вернемся сюда тогда, чтобы досмотреть. Ну, там придется перематывать сейчас. Так, а ну-ка. Давай, блядь! Грузись! Сказал грузись, сука. Это не мой... А там когда? Когда реклама пошла, да? Когда мы включили рекламу, они же там... Сейчас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, нет! Тихо. Во-во-во-во. Так, а ну-ка. Хемлок должен принять решение, от которого зависит выживание всего человечества. Волнующе. Давайте посмотрим. Закончили. Роб, где машина? Валим. Мистер Бландерклэтч. Нет. Интервью закончено, боже, что у вас тут за шараж? Мистер Бландерклэтч, понимаю, вы расстроены. Расстроен? Мягко сказано. Роб! Я еду в Дорсет. Пришли бутылку виски и свиной окорок. В контракте прописано. Извини, мне так жаль, но... А? Когда воду включаешь, что-то пипикает, туда пи-пи-пи.
Где? Ну, потом проверим. Нет. Я должна была спросить. Давай, скажи это. Что? Я же говорила. Ты классно получилось. Вот поэтому ты одинока. Нахуя она вот это вот сказала, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Нахуй она вот это сказала. Сейчас, подождите, там, видимо, все, да, потом? Потом пошла эта речь прогресса. А ну, все, стоп. Так, играть. Ну. Он там, по-моему, вообще комментировал все. Ведущий с первой камеры, он все комментировал. Тихо. Прикинь, он начал пить еще на обеде. Боже, вечно что-то чудит. Знаю, бог в помощь тем, кому это запикивать. Внимание, 10 секунд. Так я был должен быть предупрежден, я просто это плохо слышал. Я должен был это... Это же они на него намекали. Нет, ну юрист и телеведущий во главе правительства. Серьезно? Бывало и хуже. 5, 4, 3. И снова здравствуйте. Мы начинаем прямой эфир из штаб-квартиры «Прогресса», где лидеры партии так, Питер Клемент и Джулия Солсбери готовы выступить с первой речью. И я начну. Не стесняйся. Окей, что же они нам скажут? А этот уже наклюкался? Верил в нашу сделку. Абсолютно никто. Они пустили в ход против нас все свои вонючие, мудацкие... Да? Бирюзовая. Им вообще похуй. Господи. Стал жестче бабкиной мохнатки. Хорошо сказано. Но кто будет винить Питера за то, что он празднует? Во время предвыборной гонки мы говорили, что прогресс — не политическая партия. Нет. Партии нужны тогда, когда все хорошо. Когда в стране все плохо, нужна не партия. Нужна команда. А, сука! Блять, какое же у него... Как они гениально актера выбрали сюда? Ну, весь его вид, все его лицо передает то, что ему похуй абсолютно... Похуй на те новости, которые он рассказывает. Похуй на то, что вообще в мире происходит. Ему поебать, блядь. Сука, как же это охуенно. Команда, которая изменит все. Знаешь, немного. И сегодня первое ругательство. Так что праздновать нужно всем. За исключением богачей. На их улице праздник кончился. Пусть надевают свои обоссанные штаны и сдувают пыль с чековых книжек. Как говорится, экспрессивно, но очень точно. Прежде чем выступить перед вами, мы использовали полномочия и приняли закон о капитале и собственности. Работая с налоговой, мы подготовили список всех граждан, чье состояние составляет миллионы. Вы знаете, ну или не знаете, потому что таким, как мы... Не место в их элитных поселках. Уже завтра. Слушайте, я реально прям по-другому смотрю. Вот во время того, как я этот эфир должен был монтировать, это одно. А когда пересматриваешь, замечаешь эти детали, это вообще другое, бля. Мы представим обширную реформу системы налогообложения. Больше не будет никаких офшоров, фондов и различной черной бухгалтерии. Только простые и понятные законы, без всяких лазей. Так что кажется, ламов... кто-то пренебрегает чужими правами и свободами. Не деться. И с этого дня ваши загранники недействительны. Ого. Хотите а их вот назад? Хотите свалить, как запугивали до голосования? Да, а люди давайте. Не смогут уехать. Это возмутительно в любом случае. Так нельзя делать. Заплатите сполна. Прогресс сделает из страны полной враждующих людей одну команду. Выделит средства больницам и школам. Повысит уровень жизни всех жителей. Умники скажут, что для этого нужны миллиарды. Но вы увидите, когда мы получим наши, что это полнейший пиздеж. Вот вам чмодливый. Его же попа, они уже на мать не реагируют. Так, а ну дальше. Так. Гадство страны туда, где они должны быть. В руки тех, кто их заработал. Сегодня так. Этому конец. Да, сегодня этому конец.
а уже завтра жизнь в стране станет справедливой, как мы вам ну, и обещали. Ну, блядь! Ну, а пока, дамы и господа... Что ж, содержательное обращение от лидеров прогресса. Приносим свои извинения за непристойности. А, ну тут понятно, то, что он скажет, что кого-то уволят за матюки. Так, ну реклама, я думаю... А, ну все, видимо, придется теперь в полноценную игру играть, да? Да, 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 да.